составе заказа, который разместил в нашей мастерской Аслан, канал Калашников против Фестул, были вот такие двери. Я решил снять процесс их изготовления. Нарезаем сосновую заготовку по длине. Форматно-раскроечным станком распиливаем доски по ширине. На фуговальном станке задаем базовые поверхности. Присмусуем доску в заданную толщину. Из отдельных нешироких брусков собираем внутренний каркас полотна. Толщина брусков 25 мм. Из МДФ 10-миллиметровой толщины нарезаем заготовку для обклада. Прогреваем пресс для склеивания МДФ по толщине. Насос качает горячую воду для плит пресса. Собранные рамки для обклада склеиваем по толщине, чтобы получить размер 20 мм. Используется клейберит ПВА D4. Чтобы детали не сместились относительно друг друга, скрепляем их между собой скобами. Склеенные заготовки обклада достаем из пресса.
заготовки коробов, 25-мм доска сосны, оклеена с двух сторон 10-мм МДФ. На обрабатывающем центре готовим панели для оклейки каркаса дверного полотна. Применяется влагостойкий МДФ 10-мм толщины. 3-мм фреза отделяет филенку от той части, которая будет служить обвязкой. В дальнейшем филенки будут между собой склеены и применены в изготовлении этого полотна. Наносим влагостойкий клей на деревянную часть дверного полотна. Сосновый каркас послужит жестким упругим элементом, который не позволит дверному полотну деформироваться. При поклейке нужно работать оперативно и слаженно, чтобы клеевой шов не успел высохнуть. Полиэтилен не позволит клею контактировать с металлическими плитами пресса. Обрабатывающий центр изготавливает обклад. Особенность изготовления обклада в том, что в нем отсутствуют стыкованные части. 10-мм филенки склеены между собой, и на них профрезерована имитация отдельных планок. Примеряем обклад.
наносим клей на четверть обклада. Для фиксации рамки используем бесшляпочные штифты 25 мм длиной. Заказ упаковывается, и служба доставки прямо из нашей мастерской увозит к месту назначения.